Вот уже 11 лет в Ульяновске действует ряд целевых программ по развитию дошкольного образования. В частности, строительство новых детских садов и капитальный ремонт уже существующих. Один из таких – детский сад «Радуга» на бульваре Львовском в Новом городе. Это новый корпус дошкольного учреждения номер 101. Много лет здание пустовало и не использовалось по своему прямому назначению. Однако в середине прошлого года помещение начали ремонтировать, чтобы к 1 сентября 2018 сюда смогли приходить детишки с ограниченными возможностями здоровья. Для этого здесь, со слов руководителей учреждения, будет вся необходимая инфраструктура. Будет приобретено оборудование, современное интерактивное оборудование и очень много помещений, которые будут способствовать развитию детей. Это и галокамера будет зал адаптивной физкультуры, где будет работать инструктор по адаптивной физкультуре, значит, комната сенсорная, бассейн. В бассейне будет подъемник для детей, именно вот с нарушением опорно-двигательного аппарата. На территории детского сада также организуют 12 площадок, равных количеству групп в садике. Одна из них будет особенной, с мягким покрытием и необычной песочницей, предназначенной для детей-колясочников. Правда, пока это все на словах. Согласно прописанному контракту, генподрядчик должен сдать объект собственнику 1 июля. Но с момента, когда наша съемочная группа побывала на стройке, впервые мало что здесь поменялось. На месте обещанных площадок пока еще лежит строительный мусор. Объем ремонта большой, но невооруженным глазом видно, работа на сегодня осталась непочатый край. Хотя представители подрядной организации уверяют в обратном. Они вышли на финишную прямую. Все общестроительные работы завершены на 90%. Говорят, что в срок должны успеть. Мы стараемся успеть к этим срокам. Поэтому как бы ничего не могу сказать. Почти уверена в сроках и руководство детского сада. К 1 сентября мы очень надеемся, что мы примем детишек. К 1 сентября. То есть строительная работа закончится, оборудование будет завезено и детский сад должен распахнуть двери для детей. А вот сомнения о том, что детский сад не сдадут срок, есть у губернатора Сергея Морозова. Глава региона на прошедшем в понедельник аппаратном совещании обвинил подрядчиков в затягивании сроков и в том, что происходит удешевление материалов при строительных работах. Фасад, который мы, допустим, презентовали и обсуждали все, сегодня отказываются делать. Там, видите ли, теперь городские власти начинают, так сказать, там хвоста крутить. Упростили его, убрали вставки из композитных панелей, которые должны, в общем-то, украшать это учреждение. Я, кстати, напоминаю, это детский садик, назовем его так, по-старому, для очень непростых детишек. Со слов представителя подрядной организации, если задержка все-таки будет, то причина тому одна. Только если не согласуют материалы, потому что одни хотят дешевле, другие хотят дороже. Как ни странно, но за ходом ремонта объектов следят представители городской администрации. В еженедельном режиме рабочая группа выезжает на площадки. В «Радуге» такая комиссия побывала накануне. По ряду замечаний сразу принимаются меры, значит, с подрядчиком обговариваются все те недостатки и вносятся коррективы по ходу строительства и по ходу проведения капитального ремонта. Согласно закону, если садик не сдадут в указанные сроки, то на подрядную организацию наложат штрафные санкции. Если подобное произойдет, возможно, заключат новый контракт с новыми подрядчиками. Но где гарантия, что следующие сдадут срок? Рената Леулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.